года на льду Анечка Щербакова. И вот сейчас главный вопрос, который задавали многие журналисты, Алексей, и ты на него пытался отвечать. А нужно прыгать весь набор или уже можно дать себе поменьше нагрузку? А давайте посмотрим. Четверной лутца нету. Ну да, я первым стоял по заявке четверной лутца. Она его, в принципе, исполнила. Ну, я даже подумал, что флип. Но по заявке лутц. Ладно, и смотрим дальше. Это делает. Да. Ну, мне честно, кажется, ты держал. Но... Так мы не нервничали еще, как сегодня мы понервничали за Анечку. Но настолько она борец, когда не получился лут с Ридбергером первый, и она его в конце делала из последних сил. Еле дышит просто человек. Ну, потерпи еще немножечко, подыши. И второй лут с Ридбергером.